Готовим вкусное блюдо турецкой кухни булгур с овощами. Булгур не только быстро готовится, но еще и имеет насыщенный вкус. А чтобы его вкус стал еще богаче, добавим овощи и смесь турецких приправ. Булгур по-турецки – это очень быстрое и сытное блюдо, не требующее особой подготовки, кроме как почистить и нарезать овощи. Обжарив овощи на растительном масле, добавим к ним булгур, воду или овощной бульон. Через 15 минут наше блюдо готово. А подробнее, как приготовить булгур по-турецки, я расскажу в пошаговом рецепте. Булгур – 120 грамм. Перец сладкий красный – 1 штука. Перец сладкий зеленый – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Чеснок – 2 зубчика. Томатная паста – 0,5 столовые ложки. Помидоры черри – 5 штук. Паприка – 1 столовая ложка. Смесь турецких пряностей и трав – 1 столовая ложка. Масло для жарки – 3 столовые ложки. Соль – по вкусу. Перец молотый – по вкусу. Количество порций – 2. Для начала подготовьте все ингредиенты. Я выбрала для этого рецепта помидоры черри, но их можно заменить и одним обычным помидором. Очистите и нарежьте все овощи, чеснок измельчите. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте сладкий перец, обжаривайте все вместе еще 2 минуты. Добавьте чеснок, готовьте еще 1 минуту. Следом добавьте томатную пасту и готовьте 5 минут. Теперь добавьте булгур, его нужно обжарить вместе с овощами в течение 1 минуты. Добавьте нарезанные помидоры, добавьте паприку и смесь турецких пряностей. У меня в эту смесь входит орегано, острый перец, тимьян и мята. Перемешайте и добавьте воды так, чтобы она полностью покрывала булгур. Накройте крышкой и готовьте в течение 15 минут. В конце посолите и поперчите по вкусу. Готовый булгур подавайте, украсив зеленью. Приятного аппетита!